нужно просто обычно не все. Обычные качества, которые продаются в любом другом магазине. Ее механический пару обрезать помимо данных. И в ней выходит спорта. Закреплена даже станочка всего лишь одной клавиши. Такая конструкция выдачи очень удобна. У нее пара складывается, и она занимает мало места. При необходимости мы его снимаем, поджигаем свечку, и наш корабль готов к использованию. Маленький нюанс. Сильный наклон или сильное поднятие паруса будет меньше 5, поэтому используйте угол примерно 45 градусов. Так что горячий воздух упирает в наши ремонтные пары, хорошо подставочку делать. Если вам будет сложно сделать именно такой трактор, а может что-то сделать для себя или нет. Ну, для примеров я предлагаю вот такой трактор. Вы уже видели это на камере, а состоит она по камере в частью. Техники, камеры. Кусок. Банки. Я его из одной вот такой вот, в один часов, как одной из троянок, и закрепил на подвод и на план. Все, больше ничего делать не надо. Поставили пушку, подожди, и корабль вперед. В дальнейшем я планирую развить эту тему и сделать еще более крутой пароход, который будет выглядеть более мужественно, а плавать еще более быстро. Кроме того, я собираюсь применить некоторые ухищрения, которые позволят моему пароходу, работающему всего лишь на одной свечке, плавать заданным курсом. Если вы захотите узнать, как я это сделал и получилось ли что-нибудь у меня, смотрите на моем канале выходящие ролики. А на этом все. Всем до свидания. Пока.